Это вот классный аппарат тоже, приятный. Хотя и бюджетный. На что-то похоже, правильно же? Ну, прикольный, блин, я бы не знаю. Если бы не был бы, не увлекался видео, да? То купил бы себе такой. Еще и ширик есть. Четырехкратный зум. Десятикратный есть, но видите, какое качество. Приемлемое, в принципе.